Здравствуйте, меня зовут Масько Наталья Анатольевна. Я педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества Выборгского района Санкт-Петербурга. Я работаю с девочками 7-9 лет по программе «Младший хор», рассчитанной на 2 года обучения. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, все мы родом из детства. Когда-то маленькой девочкой, смотря популярный тогда фильм «Гости из будущего», я мечтала оказаться в этом самом будущем, где большие светлые помещения, где дети сильнее, умнее, быстрее, сообразительнее нас, тогда маленьких зрителей. Я мечтала оказаться в будущем, где можно в руках держать прибор без проводов и видеть в нем, и разговаривать с кем-то далеко-далеко, где есть удивительные машины с неизвестными нам тогда функциями. И вот я выросла, я в этом будущем. С мобильными телефонами, компьютерами и многими другими удивительными достижениями техники. И дети сейчас совершенно другие. Реактивные, сообразительные, технически подкованные. Просто другие люди. Я считаю, что нам, педагогам, очень важно помнить, что к нам на занятия сейчас, сию секунду, приходят дети, граждане будущего. Я, лично я, каждое свое занятие, каждый концерт, каждый год выпуская подросших ребят, вношу свой вклад в формирование этого самого будущего. И насколько оно будет счастливым, зависит от нас, каждого из педагогов основного или дополнительного образования. Мы все знаем, что педагогическая наука не стоит на месте, она развивается так же интенсивно, как и технические достижения. Наша задача – воспитать людей будущего, граждан нашей прекрасной страны, честных, гуманных, профессиональных в различных сферах, умеющих прислушиваться к чужому мнению, умеющих самостоятельно мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. Все это мы коротко называем навыками soft skills. Я работаю с маленькими музыкантами 7-9 лет и в своей работе ориентируюсь на развитие 4 ключевых навыков. Работа в хоре великолепно развивает навыки коммуникации и кооперации. В нашем коллективе девочки учатся общаться, дружить, слушать друг друга. Только слаженная работа команды способствует успеху. При этом каждый хорист понимает, что его голос – важнейшая составляющая часть единого целого. Дети учатся прислушиваться друг к другу, подстраиваться под общее звучание. Навык совместного исполнительства помогает выделить наиболее яркую идею или решение и прислушаться к нему всем. Каждому современному человеку необходимо уметь критически мыслить, ориентироваться в бесконечном потоке информации, выделять важное, отбрасывать лишнее. Эта компетенция превосходно развивается при аналитической работе, которой на хоровых занятиях уделяется много внимания. После концертов мы разбираем по видеозаписи собственные выступления, исполнения других коллективов, ошибки, недочеты или наоборот удачные моменты. Беседуем, какие выводы из проделанной слуховой аналитической работы можно сделать каждому для себя и для исполнительской деятельности коллектива в целом. Музыкальное творчество очень способствует развитию креативности мышления у юных хористов. В современном исполнительском искусстве очень приветствуются различные нестандартные сценические решения. Во время разучивания долго обсуждается, как можно ярче выделить ту или иную музыкальную мысль, оформить фразу, какие движения подойдут к этому музыкальному моменту, какие шумовые эффекты можно использовать. Вызывает восхищение, с каким энтузиазмом дети исполняют музыкальные произведения, к сценическому и исполнительскому плану которых имели непосредственное творческое отношение. Моя задача педагога дополнительного образования – наполнить жизнь моих маленьких учеников созидательным, радостным трудом. Не только давать им знания, умения и навыки, не только научить их трудиться, быть дисциплинированными и ответственными, но в первую очередь получать от всего этого радость и дарить эту радость окружающим, зрителям на концертах, друзьям и родителям в домашней обстановке. Еще Антон Семенович Макаренко писал: «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастлив, можно».